Армысыздар, армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, Қазспорт арнасы назарларыңызға футзалдан Чемпиондар Лигасы ойынын ұсынады. Алматылық Қайрат сырт алаңда Беларусь елінің намысын қорғайтын Витен командасымен кездеседі. Могилев қаласы Олимпийц деп аталатын спорт кешені, дәл осы спорт кешенінде біздің алматылық ұжым осы Чемпиондар Лигасындағы биылғы маусымдағы жорығын бастайтын болады. И у нас, конечно же, относительно Кайрата, разумеется, у нас цели немного иные, и, конечно же, все это будет влиять на расклад сил. Команда КК приезжает сюда, разумеется, в статусе фаворита, но все это нужно доказывать на деле, все это нужно доказывать, скажем так, своими действиями и своими забитыми мячами. Вот что требуется совершить сегодня, конечно же, Кайрату и одержать победу над командой Витен, которая начала свой путь еще с предварительного раунда. Там стартовый состав Кайрата и также резерв вы можете наблюдать. Давайте к стартовому сочетанию. Игита, разумеется, в воротах по номерам 2. Далее Савио 8, 10 Шинаси Синаманов, 14 Дуглас Жуниор и 12 Таури Турсагулов. О главных проблемах в составе Кайрата сказать нужно с самого начала. Разумеется, это отсутствие из-за коронавируса, из-за подтвержденного теста на коронавирус у Эдсона, Фернандино и Гатери. Это двое из них, кстати говоря, лучшие бомбардиры команды на данный момент в чемпионате Казахстана. Фернандино и вовсе находится на первой позиции. И этот человек, конечно же, очень-очень серьезный. Но Эдсон, опять же, с 23 мячами лидирует. И Фернандиньо следует буквально вслед за ним с 20 голами. Еще и, конечно же, Кайрат стартует и Актобе сегодня также. И этот факт, опять же, нужно отметить. А мы открываем счет уже на старте встречи. 1-0. Кайрат разыгрывает удачно. Я как понимаю, Савио, именно он, восьмой номер, автор лучшего гола третьего круга чемпионата Казахстана, забивает. И здесь очень вовремя и очень хорошо сориентировался. Ну что, с самого начала нужно доказывать и подтверждать на деле статус фаворита. Это и делает Кайрат. Роскошно. Но при этом еще и Актобе, кстати говоря, попал в число лучших команд и не участвовал в предварительном раунде. Казахстан — одна из четырех стран, которая сумела, благодаря, опять же, коэффициентам УЕФА, вот эту стадию преодолеть. То есть мы вступаем в дело только в 1/16 финала. И Кайрат, и Актобе. Щепки. Наброс. И перехват пошел. А вот и Бержан Уразов, тот самый быстроногий парень. Умберто! 2-0! Кайрат упрочил преимущество. То, что и нужно было сделать. А Умберто после возвращения в алматинский клуб забивает сразу же, скажем так, в дебютной встрече. Во второй уже дебют. Не такое бывает тоже. Я, есеп 2-0, қадырмен көрермендер, Кайрат командасы Умберто соққан голдың арқасында 2-2 басымдығына ие болды. Және бұл жерде Бержан Оразовтың еңбекін атап өткеніміз жөн болатын шығар. Ортада допты әдемі тартып алды Оразов. Одан кейін әдемі пас берді Умберто. Өз кезегінде алып денелі шабушы мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ. 2-0 енді Алики Рюмин вернулся на площадку, сменилась четверка, но предоставится на площадке Алексей Петров. Петров потерял мяч, хорошая скидка, удар! Егор! Можно добавить. 3-0, Кайрат. Ну вот. Это уже очень уверенно, это уже хорошо. Ну что, и Диего просто-напросто идеальный гол, идеальный удар в самую девятку. 3-0 по-прежнему. Нам гол красавец Диего показывает. Тут уже завалился Лисенко. Понятно, что ему еще делать в этой ситуации. Ну, на реакцию играть нет. Он, конечно же, присел, пытался закрыть низ. А Диего, видя это, поднял мяч и в самую девятину его направил. Вновь Диего с мячом поддерживает. И вот Даурен Турсагулов в этом случае. 12-й номер Кайрата. Нашей команде нужно будет продемонстрировать максимум. Возможно, даже больше. Для того, чтобы одержать победу над Кайратом. Удар и... Ну, ворота не пустые.
А все-таки есть страхующий Даурен Нургожин. У нас 2 секунды и все. На этом первая половина завершится. 3-0 Кайрат ведет. Матч, я напомню, друзья, 1/16 Лиги Чемпионов. По футзалу мы наблюдаем матч, который проходит в Белоруссии. Бірінші тайм аяқталды. Витин Кайрат есеп 0-де 3. Голдардың авторы Савио Умберто және Диего. Біздің команда 3 топ басымдықлы. Е, қазір бізде үзіліс. Қадырменді көрермендер 2-ші таймда қайта жол қаншы. Ну что, посмотрим. Вторая половина сейчас стартует. Савио, Умберто и Диего забили по голу. Причем гол Диего, я думаю, вы видели. Роскошный удар в самую девятку. Ворот Витена. В Могилеве проходит этот матч на арене Олимпиец. Встреча, опять же, 1/16 финала Лиги Чемпионов. Что будет дальше? Это очень интересно. Жеребьевка совсем скоро. 1/8 и матч 1/8 пройдут уже в конце февраля. И опять же, что будет дальше? Пока в связи с понятным нам всем, наверное, я... Аут. Да, Витин пайдасына. Артем Ройс назырларыңызда. Беларусь біріншілігінің ең үздік сұрмергені. 12 гол соққан. Лисенко алға қарай тым ұзақ кеткен секілді. Және өз қақпасынан шыққан Игитаның делегін пайдаланып кетуге шақ қалды. Абыройлы доп шамалы қиыс кетті бұл жерде. Және Қазақстан құрамасының қақпашы допты ойынға қосып үлгерген Козелдің соққысы. Және өкінішке қарай үлген Митин Митин командасының дуын соқты. 1-3 есеп. Ну, тут завозились откровенно, и два подряд момента уже привозят сами себе. Как-то успели мы сказать о том, что исход решен, как тут же забивает Витен. В этом случае Перемитин воспользовался нерасторопностью, какой-то непонятной неразберихой, возникшей нам. Разов, Дуглас, доп сыраған. Гронщидан айласын асыралған жоқ. Перемитин соққы. Артем Рош жасаған еді, өте қауіпті соққы. Игида керемет сейф жасап отыр. Капитанымыздың қуанғанында көрдіңіздер. Артем Ростың соққысы негіз қауіпті болды. Тура бірге-бір шығып кетті. Савиода Ростың алдын аяғын тұсап үлгере алмады. Разыгрывает. Рось подбросил. Отсюда вновь пробивается. Да даже забивает. Ну как так-то? Артем Козел. Вот кто, да, забивает. Кто и в предыдущем матче с Черноморьем отличался. Трижды, господа. Здесь удержать не можем. Один в один. Разыгрывают. Ну, стандартный. Абсолютно стандартный. Абсолютно обычный воздух. Да? На крайнего защитник Козел уходит легким движением от соперника. А после с левой посылает опять в девятку. Ворот Игиты. Шансов было немного у Игиты для того, чтобы отразить этот мяч. Ну, что-то так пошло. Турсагулов в центр. Ну же! И! Биржан Уразов! 4-2! Важнейший гол! Через всего пару секунд, который... Ну, тут теперь точно снимает вопрос. Ну что? Так вот распоясались игроки Витена. Даже возникло ощущение, что что-то сейчас смогут сделать, но нет. Нельзя. Гусаков на қазір кірген көрдіге, гол мне, сіздер назарларыңызда. Артем Козелдың соққысын Никита қайтара алмады. Биылғы маусымда Чемпиондар Лигасында Козел өзінің 4-ші голын соғып отыр. Бұған дейін болгариялық Черное море командасы сапына 3 гол соққанын айтқан еді Петров. Ранжел ортада допты тамаша қайтара білді. Дуглас Ранжел алдында ешкім жоқ, бірақ артқа қарай қайтарып отыр. Дуглас Біржан Оразов Дугласқа қарай шамалаңғайсыз пас берген еді, бірақ Қазақстан құрамасының қорғаушысы бұл допты қайтара білді. Ранжелдің соққысы қақпадан биік кетіп отыр. Петров, Гусь, Рось және қараңыздар.
Қараңыздар қадырменді көрермендер, Антон Гусаковтың арқасында Витен командасы есеп айырмасын тағы да бір допқа дейін қысқарта білді. Өкіншіге қарай Игита тарапынан қандай әрекет жасалған бізге көрінбей қалды. Операторлар да дер кезінде бұрылып үлгермеді. Қазір бейне қайталау барысында барлығын анық қанығын анықтаймыз. 3-4 Витен доп айырмашылығын біреуге дейін қысқартты. Игита әуелете асырды, бірақ ешқандай қайраттың ойыншысына бұл доп жетпеді. Добы бос тұрған қақпаға кірмеді. Ал бұл Антон Гусаковтың соққан голы. Игита шығып үлгермей қалған, соққыны жауып үлгермей қалған. Диегоның соққысы Айда Максим Лисенко қорған қақпадан қиыс кетті. Диего бер жақта Біржан Оразов бар. Игитаны ойынға қосты. Игита да ортаға келді. Біржан Оразов, Диего қайтадан. Дуглас соққы жасаш, әдемі соққы. Гол, иә? Гол. Ешқандай бірақ емес. Енді Дуглас Костаның реакциясына қарағанда гол болмаған секілді. Джуниордың. Гол болмаған секілді болды, бірақ әдемі гол. Алыс бұрышқа бақыттады. Забивать самый нужный момент. 5-3 қанаңыздар. Максим Лисенко ешқандай мүмкіндікке ие болған жоқ. Енді бірден шында Дидар Дуглас Костаның реакциясына қараш, ешқандай бір гол соққаны. Нет, он сразу упал на колени, сразу же начал праздновать. Тут обратился к Богу. Конечно же, рассыпались белорусы, уже не поспели просто-напросто. Подключение Игиты лишнего разыграли очень хорошо кайратовцы. Пожалуйста, Дуглас пробил очень точно в угол. Гусаков, ни Петров, никто вообще находился рядом с ним. Не сумели они, в общем-то, выдвинуться и накрыть защитника Кайрат. Его удар. Не Гусаков это был. Рабыка, если не ошибаюсь, Гусаков готовился к удару. Ворот, по-моему, пустые. Нет, не попадает туда. Кайратовцы, ну, 3 секунды можно праздновать, конечно же. Все-таки был валидол, все-таки были сложности. Да, белорусы молодцы. Поборолись, побились. Кайрат, понятно, что решил исход этого матча за счет индивидуального мастерства. Вопрос, я думаю, закрыт. Мы в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мы это Кайрат, разумеется. Любой константский клуб сейчас ассоциируется вот так вот с нашим футзальным сообществом. Поздравляю вас, уважаемые зрители. Я, құрметті жанкүйерлер, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Кайрат командасы келесі кезең 21-ші қаңтар күні тартылады. Біздің трансляциямызда осылайша өз мәресіне жетіп отыр. Мен Уалихан Қосанбай және әріптесім Дидар Қадыров сіздермен қоштасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ардақты ағайын.